Джиллиан, проснись, пожалуйста. Нэнси, кто тебя впустил? Ты живешь у меня в квартире. Я хочу попросить тебя об огромном одолжении. Почему я голая? Я не могу весь день ходить в этой майке. Но придется. Все равно, что в корсете ходить. Здесь ванильное, здесь шоколадное, смотри, не смешивай. Так, короче, я схожу за кофе. Нет, 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 нет. Стой, я уже опаздываю. Мало кого я так ненавидела, как тебя сейчас. Шоколадное или ванильное? А кто такой Майк? Не знаю, но, видимо, ему часто снится мороженое или похожее вещество. Я понял, это шутка. Джиллиан отлично ладит с людьми. Не обижай людей, они не желают тебе зла. Я позвоню вашему боссу, вы не имеете права так разговаривать с клиентами. Не вопрос, следующее. И как ты до этого докатилась? Я дала какой-то оборванке денег, чтобы купила кофе, но она не вернулась. Ты же веришь, я вижу, ты веришь. Пацан показал мне фак. Она велела мне убивать людей. Вы правда такое сказали? Фраза, вырванная из контекста. Что с вами такое? Она заботливая подруга. Поначалу кажется, что ты клевая, но когда начнешь с тобой общаться, понимаешь, какая ты заноза. Золотые слова. Смотрите-ка, вот и сама дружелюбность. Меня бесит твой прикид. И не тыкай палкой в улей, если боишься пчел. Я не понял, ты и так поужинаешь со мной или мне переодеться попроще? Сегодня? Но ты же помнишь меня? Вчерашний вечер... Я нажралась и гнала за жизнь? Ей нужны перемены. Он типа мой парень. Или жених. А он в курсе, что ты трахаешься со всеми подряд? Учишься на юриста? Она вылетела из универа. Но нам это не помеха, да? Я слишком много бухаю и сплю с серфингистами и недоделанными музыкантами. Ты чё так далеко стоишь? Обычный человеческий инстинкт выживания, наверное. Джесс Вейкслер, Хелли Файфер, Джесси Айзенберг и другие. Мы могли как будто встречаться долгое время, пропустить неловкий период и перейти к десерту. К десерту? Это что еще значит? Бесплатная порция. Вы, продавцы жатвы, считаете себя крутыми. А нифига. Куплю мороженку в магазине.